в нашем микрорайоне пока сказать тишина нельзя, конечно, обстрела нету. Но особенно утром, а сегодня в первой половине дня, со всех сторон вот слышны взрывы, то есть канонада слышна. В магазинах пока все, продукты есть, транспорт работает. Позавчера в 9 часов вечера прекратилась подача воды. Как сообщили, разбит насосная кальмис какая-то, то есть насосная, и город остался без воды. В больнице нет воды, больные там же очень-очень сложно. И со Славяногорска привозят воду, люди покупают. Как только привезут, сразу очередь разметают всю воду. Бутилированную воду разметают. Ну, в супермаркете вода есть. Экономим, экономим. Посуду моем, а это все выливаем в туалет.